Непримиримая вражда разделяла жителей средневековой Тосканы, гончаров и ювелиров, портных и сапожников, крупных и мелких торговцев, аристократов и простолюдинов, всех, называвших себя гвельфами и гобелинами, и являвшихся сторонниками власти папы римского или германского императора. Каждый из них был уверен в своей правоте и не гнушался ничем, доказывая ее противникам – спорами, бранью, драками, поединками и войнами. Целыми городами бились между собой тосканцы, то одерживая победу, то терпя поражение. Недолго ликовали надменные флорентийские гвельфы, разорившую гибелинскую Сиену и захватившие замки Монтальчино и Рапалано. Всего через 5 лет, 4 сентября 1260 года, в битве при Монтаперти их на голову разбили сиенские гибелины. Долгие месяцы в трактирах и на рыночных площадях удачливые воины хвастались своими подвигами, вспоминая 2500 поверженных гвельфов, 1500 плененных пополанов из лучших флорентийских семей. Но благочестивые женщины без устали твердили, что лишь торжественное вручение ключей от городских ворот алтарному образу Мадонны дель Вотто и принесло сиене победу. Ведь Богородица благосклонно приняла предложенный дар, взяв под защиту посвященный ей город. Безграничной была благодарность сиенцев за божественное заступничество. Оглушительно звонили колокола, громкие торжественные слова молитв неслись с кафедры епископа. Частыми, торопливыми крестами осеняли себя горожане, ослепительно сияли сотни ярчайших восковых свечей. Лишь 5-летний Дучо, сын уроженца захолустного городка Буанесения, неподвижно застыл, не отрывая взгляда от алтарного образа Мадонны дель Вотто, восторженно рассматривая нежное, задумчивое лицо Девы Марии, печально взирающей на горожан золотистого фона иконы. С самого детства Дучо работал в живописной мастерской, сначала терпеливо растирая краски и приготовляя клей, затем молча восторгаясь работой своего учителя, автора иконы Иоанн Креститель, наносил первые рубки и мазки темперы на сухую загрунтованную доску, медленно и тщательно, в точности стараясь придерживаться той самой совершенной манеры грека. Греческой манере, соединяющей романские, византийские и готические черты, которая так восхищала сиенцев. Работать в греческой манере в XIII веке предпочитали многие итальянские художники, перенимая опыт у византийских эмигрантов, во множестве поселившихся в Италии после разгрома крестоносцами Константинополя. Пристально рассматривали завезенные греками иконы, эмали, миниатюры, рельефы, изучая более органическую систему пропорций человеческой фигуры, восхищались необыкновенно богатой и тонкой греческой палитрой. Но самыми счастливыми находками для итальянцев стали византийские иконографические мотивы – умиление, взыграние, плачущие ангелы и упавшая в обморок Богоматерь к сцене распятия.
Дучо в таком совершенстве овладел всеми приемами греческой манеры, что первые покупатели его работ нисколько не сомневались, это иконы художника, обучавшегося в Константинополе. И всем казалось, молодой живописец и дальше будет неотступно следовать по умному и гармоничному пути, протаренному до него, пользуясь разработанными греческими художниками пространственными решениями, заимствуя их изящные живописные линии и утонченность фигур, не замечая того, что византийское изображение мира выглядит чрезмерно плоским и линейным, застывшим в неподвижной торжественности. Но на самом деле византийский стиль был лишь крошечным зернышком, упавшим на плодородную почву тонкой и чуткой души сиенского художника. Поэтому вскоре удивленный учитель отметил, что работы его ученика значительно отличаются от греческих образцов, светлой, радостной палитрой, сверкающей словно россыпь драгоценных каменьев, такой яркой, что в сравнении с ней краски чудесных византийских икон казались слишком плотными и сумрачными. В 20 лет Дучо страстно увлекся искусством миниатюры, любовался необыкновенно изящными ее образцами, завезенными из соседней Франции, далекой Персии, пробовал рисовать сам. Да так тонко, филигранно у него получалось, что в 1278 году Сиенский городской архив доверил 23-летнему художнику работу над росписью 12 ларий. А городское казначейство Бикерна регулярно заказывало Дучо Тавалетта, расписные переплеты казначейских книг. Целых 9 раз с 1278 по 1295 год живописец изображал на небольших деревянных досках 30 на 48 сантиметров начальников Бикерны, сцены, связанные с работой казначейства. В начале 80-х годов в мастерской Дучо появились Мадонна с ангелами, Мадонна с тремя францисканцами, Мадонна Криволи. Работы, соединившие в себе византийский зеленоватый оттенок божественных ликов, традиционный иконографический тип умиления, узорчатый готический фон и безграничную чистоту, нежность, поэтичность, благородство и аристократичность облика Богородицы, которую Дучо сумел почувствовать и разглядеть еще 5-летним ребенком. Вскоре о молодом сиенском живописце заговорила вся Тоскана. Даже заносчивая Флоренция признала, что работы Дучо ди Буоне Сенне нисколько не хуже творений талантливого флорентийского художника Чимабуи. Именно поэтому сиенцу и была оказана столь небывалая честь по заказу общества Девы Марии исполнить для капеллы Святого Георгия Флорентийской церкви Санта Мария Новелла большой алтарный образ Мадонна с младенцем. Правда, вознаграждение за работу художник мог получить лишь после того, как образ будет тщательно осмотрен и одобрен епископом. А как же, ведь речь шла о целых 150 флоринах.
Впервые увидев обширную плоскость иконной доски, Дучо испытал величайшую растерянность. По силам ли ему, миниатюристу, такая монументальная работа? И как правильно и гармонично разместить изображение на огромном пространстве? 4,5 на 2,9 метра. Конечно, можно было обратиться к опыту византийских живописцев, расположив позади трона Мадонны фигуры двух ангелов. Это бы углубило пространство картины и сделало ее необычайно торжественной. Или поступить как Чимабуэ, который, выполняя фреску в нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи, разместил по обеим сторонам трона по два ангела. Но Дучо нашел совсем другое решение, ведь настоящему живописцу, даже если он до сего дня писал лишь миниатюры и небольшие иконы, несомненно по силам и монументальные изображения. В них-то и пригодится опыт миниатюриста. Если, например, разбить необъятное пространство иконной доски на несколько участков и заполнить их одинаковыми по формату объектами, каждый объект будто отдельно небольшая по размеру икона. А уж в работе над небольшими иконами Дучо поистине не было равных. И началась трудная, кропотливая работа. Одно за другим появлялись изображения. Сначала Мадонны, сидящей на таком легком и изящном троне, что казалось, будто он парит в небесах. Затем трех пар коленопреклоненных ангелов, бережно поддерживающих трон Девы Марии. А в обрамлении многочисленные круглые медальоны, заключающие в себе полуфигуры апостолов и пророков. К византийскому типу изображения Мадонны на троне нередко обращались итальянские художники, в том числе и флорентийцы – Джотто и Чимабуэ. Но работа Дучо разительно отличалась от их величественных торжественных творений своей непринужденностью, искренностью и простотой. Долго восхищались образом Мадонны Ручеллаи, флорентийский мастер Марии Магдалины и автор Мадонн в церкви Сант-Андреа в Машан. Лишь самые яркие и чистые цвета красок использовал Дучо для работы над образом. Нежно-розовый и густо-синий для одеяния и плаща Марии, голубой, зеленый и сиреневый для ангельских одежд, благородно поблескивающий золотой для фона и каймы плаща Мадонны. Именно в таких радостных и ярких цветах пристало людям лицезреть драгоценное изображение Мадонны Ручеллаи, самой прекрасной дамы, полной божественной нежности, доброты и величия, благоговейно изображенной 30-летним сиенским живописцем Дучо де Буонисенне, тем, чье авторство Мадонны Ручеллаи спустя столетия будет напрочь забыто и даже ошибочно отдано флорентийскому художнику Чимабуэ, пока в 1930 году во флорентийском архиве не будет обнаружена расписка о получении сиенским живописцем Дучо
150 флоринов вознаграждения за изготовление большого алтарного образа с Мадонной и младенцем. Всего через 3 года, в 1288 году, живописец вновь получил заказ на монументальную работу. На этот раз предстояло исполнить рисунки для витража круглого окна хора. Да не для чужой соседней Флоренции, а для родного Сиенского собора. На этот раз Дуччо, нисколько не сомневаясь, смело разделил огромный круг по вертикали и горизонтали на 9 секторов, чтобы в центральном разместить 3 сцены из жизни Девы Марии – коронование, вознесение и воскресение, а в остальных участках – фигуры 4 евангелистов и 4 святых – покровителей Сиены. Конечно, на этот раз специфика работы не предполагала ту изящную филигрань, которую требовалось для изготовления миниатюр, ведь изображения на витраже должны были быть значительно крупнее и проще. Трон Девы Марии уже не отличала тонкая столярная работа, а фигуры ангелов и святых казались приземистыми и менее воздушными. Но богаты и затейливы были орнаменты и обрамления, прекрасные цвета узорчатых тканей и бортов одежды. Как засияло, заиграло это волшебное разноцветие, пронизанное жаркими лучами тосканского солнца. Тихо перешептывали сиенцы, благочестиво разглядывая новый витраж. Поистине, наш Дуччо сотворил его не из красок и стекла, а из отборнейших драгоценных камней. Ни во Флоренции, ни в Пизе, ни в Луке, ни в Пистое Дуччо не работалось так легко и плодотворно, как работалось в родной Сиене. В городе, стоящем на 3 холмах и подобно Великому Риму, почитающему капиталистскую волчицу. Ведь Сиену заложил сам Сениус, сын Рема и племянник легендарного Ромула. Художник не уставал взбираться по головокружительно крутым сиенским улочкам, восхищаться сочным цветом родной красно-коричневой земли, пурпурными листьями осенних виноградников, звоном старинных колоколов на башнях. И, наверное, всякий раз бормотал себе под нос, проходя под аркой Порта Камолия, больше, чем ворота. Сиена открывает тебе свое сердце. Сиенцы и простолюдины, и аристократы почтительно кланялись, завидев на улице Дуччо. Не важно, что мастер полностью увяз в долгах, что медлителен и неаккуратен в выполнении заказов, не смекалист и до смешного непрактичен в делах. Главное – его высокий, непостижимый, живописный талант, дарованный самой Мадонной. И еще то, что он такой же несгибаемый гибеллин, как и большинство сиенцев, несмотря на то, что за блестящей победой при Монтаперти последовало позорное поражение флорентийским гвельфам при Коли, и вопреки тому, что старые сиенские аристократические семейства были лишены всякой политической власти, прав и высших государственных должностей, сохранив лишь уважение и почитание своих граждан. Как и остальные сиенцы, Дуччо недолюбливал жесткую власть крупных торговых корпораций, режим 9, пришедший на смену правительства Нобили. Поэтому в 1299 году он наотрез отказался принять клятву на верность капитану Дель Пополу, представителя Народной партии. А 3 годами позже, стесненный в средствах, независимый мятежный живописец не пожелал принять участие в походе против феодалов Мареммы,
и, не обращая внимания на недовольное ворчание супруги, без малейшей поволоки выплатил казну 18 лир и 10 сольди за пренебрежение воинским долгом. Зато как высоко оценили этот поступок родовитые аристократы. Сотнями восторженных слов, одобрительными взглядами и поощрительными улыбками. Еще бы, ведь их дочь поступил как истинный сиенец, не подчинившись ненавистному правительству олигархов. Но никто, даже соседи, не услышали горестных вздохов супруги Дучо де Буонасенья Тавианы, когда 22 декабря того же года живописец был вновь оштрафован на 5 сольди за занятие магией. Всякий начинающий сиенский художник мечтал быть принятым в мастерскую Дучо де Буонасенья. Правда, такое удавалось очень немногим, в числе которых были молодые, но необычайно одаренные Симон Мартини, братья Петро и Амброджо Лоренцетти. Неизвестно, насколько регулярными и познавательными были уроки сиенского мастера, но своей цели они явно достигли. Ведь именно Симон Мартини работал при дворе короля Робера Анжуйского, рисовал при папском дворе в Авиньоне, писал портреты Петрарки и Лауры, создал множество великолепных фресок и картин. Авторству братьев Лоренцетти принадлежат триптих «Рождество Богородицы», роспись Сиенского дворца «Палаццо Публико», и за каждым из творений учеников явственно видится влияние учителя, его опыт и талант, так же, как и в работах отвергнутых учеников, вынужденных постигать живописное мастерство Дучо самостоятельно, часами простаивая перед его картинами, копируя сюжеты и манеру письма, чтобы спустя более 600 лет, в 1904 году, на уникальной выставке утвердить и прославить имя Дучо де Буонасенья, основоположника сиенской школы живописи, школы, которая может быть беднее мыслью, чем флорентийская, но богаче чувствами. В 1290-е годы. Время создания поясной Мадонны. Собрание Стокли в Брюсселе. Триптиха Мадонны. Национальная галерея Умбрии в Перудже. Работы, в которых Дучо продолжает реформировать и совершенствовать привычную греческую манеру, отказываясь от византийской системы высветления и заменяя ее тонкими и мягкими светотеневыми переходами. Такой новаторский прием, несомненно, придал формам почти осязательную выпуклость и округлость. А под поясной фигурой Мадонны Дучо впервые изображает карниз на кронштейнах, данных в перспективном сокращении. Удачные находки живописца обнаружились не только в области формы, но и в области содержания. Именно в работах, датируемых 1290-ми годами, Дучо применил свои глубокие знания готической пластики и французских миниатюр. И это дало поразительный результат, обогатив картины новым мотивом – младенцем, играющим головным платком Девы Марии. Немало восторженных откликов услышал художник о поясной Мадонне и собрания брюссельского Стокля, о триптихе из Лондонской национальной галереи, о необыкновенно лиричных и трогательных картинах, написанных неповторимо прекрасными красками из палитры Дучо де Буонасенья.
Ни одному живописцу до него не удавалось добиться такой нежности розовато-оранжевых, глубины зеленовато-синих, яркости серо-фиолетовых, насыщенности серо-зеленых цветов. В который раз повторялись сеансы, что вновь краски на картинах затмили и посрамили блеск отборнейших рубинов, сапфиров, изумрудов и аметистов. Трудно было оторваться от созерцания этих картин. Надолго приковывал взгляд зрителей тонкий рельеф изображений, созданный с помощью нежной светотени, мягких певучих линий и сияющих красок. С полным правом объявили горожане Дуччо ди Буонасенья первым живописцем современности. Наверное, немало картин было написано в мастерской сиенского художника с 1300 по 1308 год, но уцелели и дошли до наших дней лишь два полиптиха, хранящиеся сейчас в сиенской пинакотеке. Во фрагментах этих работ, созданных Дуччо совместно с учениками, легко прослеживается рука мастера. В первом полиптихе изображение Мадонны с младенцем и шестью ангелами авторство Дуччо неопровержимо доказывают уверенные плавные линии рисунка, великолепная игра светотени, объем, созданный глубокими и четкими складками на одеждах. На втором, сильно пострадавшем от записей полиптихи кисти сиенского живописца, принадлежит лишь фигуры Агнесы и Иоанна Евангелиста. Сиена никогда не забывала о своих небесных покровителях. Обращалась к ним за помощью в дни бедствий. Горячо благодарила в счастливые и спокойные дни. Но более всего горожане почитали Богородицу. Недаром неизвестный сиенский летописец именно так окончил свои обстоятельные старинные хроники, посвященные славной победе при Монтаперти. «О Сиена! Уже сколько раз Дева Мария избирала тебя своим благоволением и прежде, но до этой победы ты никогда того не замечала. Было бы слишком долго перечислять все милости при разных обстоятельствах, оказанные нам Матерью Господа, Матерью Заступницей Сиены. И пусть же поэтому мы навсегда останемся послушными детьми названной Девы Марии». Вера в небесное покровительство никогда не покидала сиенцев, ни современников Дуччо, ни его потомков. Даже спустя века, в 1944 году, горожане вновь смиренно обратились за помощью к своей заступнице. И вновь алтарному образу Мадонны были вручены ключи от городских ворот с просьбой защитить Сиену от американских бомбардировок. Даже позорное поражение при Коле не заставило сиенцев забыть славную победу при Монтаперти. Поэтому спустя 48 лет, в 1308 году, горожане решили достойно отблагодарить Мадонну за ее помощь, украсить Сиенский кафедральный собор огромным алтарным образом Девы Марии. И не случайно для этого был выбран иконографический тип маэста, ведь в переводе он означал «величание» или «Похвала Богородицы». Не было сомнений, какому художнику доверить такую монументальную работу для главного Сиенского собора. Конечно же, лучшему живописцу Дуччо ди Буонасенья. Именно он достоин исполнить алтарный образ для собора столь богатой и славной истории, стоящего на месте разрушенного древнеримского храма, посвященного языческой манерве.
сменившего скромную небольшую церковь, возведенную первыми сиенскими христианами, строящегося несколько веков подряд и освященного в честь Вознесения Девы Марии. Десятки поколений сиенских граждан сменили друг друга, наблюдая за строительством кафедрального собора. А живописец отлично помнил, как он 9-летним мальчиком прибегал полюбоваться только что завершенным куполом. Октября 1308 года коммуна города Сиены обратилась к Дучу с заказом для главного кафедрального собора. Тем более, что всего 6 годами ранее художник уже трудился над первоначальной версией не сохранившегося до наших дней алтарного образа маэстро для капеллы Палаццо Публико. Режим 9 выделил за эту работу совершенно небывалый по щедрости гонорар – целых 3000 золотых флоринов. Говорят, что еще ни одному художнику да Дучу не удавалось получить за свое творение таких больших денег. Впрочем, художник ничем не выдавал своего довольства, лишь молча подписал документ, в котором обязался изготовить алтарь, лучший из всех когда-либо им созданных. А потом долго ворчал, что приходится принимать деньги ненавистных торгашей, да еще и выполнять их капризы. Работать, не опираясь на привычную помощь верных и любимых учеников в доступном для публики месте. И все для того, чтобы разбогатевшие бездельники смогли поглазеть, как трудится Дучо ди Буонасенне, и проверить, скоро ли будет окончен образ. А доброе ли это дело смотреть на незаконченную живописную работу? Художник работал долго и упорно, позволяя подмастерьям лишь растирать краски, терпя за своей спиной праздно шатающихся молодых людей, вслух обсуждающих будущий алтарный образ. Работал, позабыв о семье и предстоящем колоссальном гонораре, который позволит расплатиться хотя бы с частью долгов. Иногда работа продвигалась необычайно быстро и легко, чаще долго, трудно, кропотливо. Бывало, что Дучо с отчаянием смотрел на дело рук своих, хватался за голову и выбегал из мастерской. Бывало, надолго застывал перед написанной сценой, не веря, что ее сотворили обыкновенные человеческие руки. Но все же работа шла, день за днем, месяц за месяцем. Всего 3 года понадобилось сиенскому живописцу, чтобы сотворить прекраснейший алтарный образ маэстро. Величайшую благодарность и похвалу Богородице. Дописав последнюю сцену, Дучо надолго задумался, а потом, вновь взяв в руки отложенную кисть, приписал у трона Девы Марии. «Пресвятая Дева Мария, будь источником мира в Сиене и даруй долгую жизнь Дучо, который так тебя написал». Маэстро – это двойной, симметрично выстроенный образ, лицевая сторона которого полностью посвящена Деве Марии, а оборотная – Иисусу Христу. На главной картине, занимающей центральную часть, точно посередине изображена Дева Мария, сидящая на инкрустированном мраморном троне. С филигранной тонкостью был написан задумчивый печальный лик Мадонны, заботливо склонившейся над своим сыном. В нем не было той тихой, плавной красоты, которой обладали Мадонна Кручелая и Мадонна Криволи. Зато была строгая величественность.
Ведь именно величественной подобало быть Деве Марии на центральной части алтарного образа маэстро. В верхнем регистре образа Дучо традиционно расположил 10 полуфигур апостолов, а в нижнем – покровителей города Сиены. С великим почтением и трепетом изобразил художник епископа Ансануса, крестившего Сиену в IV веке, епископа Савина, мученика Кресценциуса, христианского солдата из Сирии Витори. С правой и левой сторон Богородицу окружали апостолы Петр, Павел и Иоанн Евангелист, изображение двух мучениц Екатерины Александрийской и святой Агнесы. Поражали и восхищали плавные несуетные движения голов ангелов и святых, умиляло небесное спокойствие смиренных человеческих лиц. Венчали ряд лицевой стороны 8 эпизодов Богородичного цикла. Ангел сообщает Марии о наступающей кончине, прощание со святым Иоанном, прощание с апостолами, вознесение Марии, утерян, коронование Марии, утерян, успение Богоматери, погребальная процессия, погребение Богоматери. Предела нижний ряд образа состоял из Благовещения, пророк Исаия, Рождество, пророк Иезекииль, поклонение волхвов, царь Соломон, Сретение, пророк Малахия, избиение младенцев, пророк Иеремия, бегство в Египет, пророк Осия, Христос среди учителей. Оборотная сторона маэстро была разделена на 26 отдельных клеем, которые вместе с нижним и верхним рядами составили 43 евангельских эпизода. Причем последовательность повествования евангельского рассказа шла от нижнего яруса к потолку собора. Нижний ярус предела состоял из эпизодов до входа в Иерусалим. Крещение, утерян, искушение Иисуса с кроли храма, искушение Иисуса с вершины горы, призвание апостола Петра и Андрея, брак в Кане Галилейской, Иисус и Самаритянка, исцеление слепого, преображение, воскрешение Лазаря. Центральный ярус оборотной стороны сохранил свою целостность и хранится в Сиене. Он почти полностью посвящен страстям, кроме 4 последних сцен, относящихся к воскресению. Въезд в Иерусалим, омовение ног, тайная вечеря, пророчество Христа о предательстве ученикам, Иуда получает 30 серебряников, моление о чаше, поцелуй Иуды, Иисус перед Анной, отречение апостола Петра, Иисус перед Каиафой, поругание, Иисус обвиняется фарисеями, Иисус перед Понтием Пилатом, Иисус перед царем Иродом, вторая встреча Иисуса и Пилата, бичевание, увенчание терновым венцом, Понтий Пилат умывает руки, крестный путь, распятие, центральный элемент композиции, снятие с креста, погребение, жены мироносицы у гробницы, Христос в Лимбо, Нолими Танджери, дорога в Эммаус. А верхний ярус оборотной стороны посвящен эпизодам, происшедшим после воскресения. Явление Христа перед закрытыми дверьми, уверение апостола Фомы,
явление Христа на озере Тиберия, вознесение Иисуса, предположительно утерян, Христос во славе, предположительно утерян, явление Христа на горе, явление апостолам, сошествие Святого Духа. Такова была композиция самого большого в истории Сиены алтарного образа. Фигуры центральной сцены лицевой стороны Сиенской маэстро, а также изображение фигур толпы во въезде в Иерусалим, в отличие от византийских образцов, были расположены не друг за другом, а друг над другом. Такой прием позволил Дучу получить золотистый мягкий орнамент, образованный нимбами над головами святых. Но полностью от греческих традиций сиенский художник все же не отказался. Для фона по-прежнему была использована золотая краска, столь любимая византийскими иконописцами, а для придания контурам фигур необходимой рельефности – мягкая светотень. Строгая симметричность расположения фигур ангелов, святых, апостолов и составила необыкновенное величие образа. Именно этот простой и ясный прием позволил Дучо так зримо нарисовать сцену поклонения Богородице, небесной царице и покровительнице Сиены. А сияющими синей, алой, фиолетовой, зеленой, голубой, белой красками, как самоцветными каменьями, запечатлеть сцену праздничного величания и похвалы Мадонне. Центральной частью образа, собственно, и было то, что принято понимать под иконографическим типом маэстро. Все остальные изображения на лицевой и оборотной сторонах – второстепенные сцены, которые, впрочем, благодаря своим небольшим размерам удались живописцу гораздо лучше центральной, ведь для работы над ними Дучо не приходилось вновь и вновь решать извечный мучительный вопрос – как ему, миниатюристу, выстроить монументальную картину? То ли величественную и неподвижную традиционную маэстро, то ли разделив алтарный образ на десятки сцен, поведать прихожанам Сиенского собора задушевную лирическую историю. Второстепенные эпизоды со сценами из жизни Марии и Христа будто страницы увлекательной и печальной повести, запечатленные умелым песцом на изящнейших листах дорогого пергамента. Просто, ясно и неторопливо рассказывают они о благой вести рождения Сына Божьего и Его муках, о чудесах и искушениях, о смерти и воскресении. Таинственным призывом манит к себе зрителя этот алтарный образ, в котором столь удивительно отражено сплетение духовных переживаний с чисто земными чувствами. Он подобен старинному переплету манускрипта с бесценными миниатюрами, с инкрустациями из слоновой кости, отделанного золотом и драгоценными камнями. Когда вы всматриваетесь в маэстро, Дучо ближе вам. Кажется, что вы листаете роскошно иллюстрированную книгу. Перед вами оживают давно знакомые образы, исполненные такой простоты и законченности, что для современников Дучо эти иллюстрации, наверное, уподоблялись утреннему солнечному сиянию после глухой тьмы долгой ночи,
Но кроме того, по сравнению с условно-символическими изображениями, эти церковные легенды обрели под кистью Дучу ту новую жизнь и присущую им нравственную ценность, которую он сам ощущал в них. Иными словами, он поднимал зрителя на уровень своего восприятия. Писал об алтарном образе Бернсон. Как и всякому повествованию, живописному творению сиенского художника была свойственна занимательность. Ведь Дуччо применил столь распространенный в устном рассказе прием введения эпизодов, в которых он по два раза в одной сцене представляет одно и то же действующее лицо. Это придало маэстро, с одной стороны, неторопливую обстоятельность и плавность, с другой – стремительность и динамичность. Задерживали взгляд зрителей еще и знакомые сиенские улицы, изображающие иерусалимские. Необыкновенно уютные интерьеры, маленькие, будто картонные домики, сонные оживленные улицы, круглые кроны деревьев, похожие на тугие цветочные букеты. Конечно, это было еще одно блестящее решение, чтобы придать своему рассказу правдоподобность, сделать его более зримым. Нередко неторопливость и плавность у маэстро нарушалась отсутствием строгого порядка в расположении сцен. Дуччо то и дело менял их последовательность, частенько забывая о правильном построении – по горизонтали слева направо. А на оборотной стороне образа даже проявил некое новаторство, разместив сцены вертикально и попарно. Но такой ход ни в коей мере не лишил живописного рассказа его занимательности, способности изящно раскрыть сюжет, а наоборот, обострил внимание зрителей, заставив их пристальнее следить за расположением клейм на образе. Результатом этих усилий стала маэстро, талантливейшая иллюстрированная повесть, которую глазами и сердцем мог прочесть каждый зритель, образованный и неграмотный, женщина и мужчина, ребенок и взрослый, богач и бедняк. Прочесть и перечесть, несмотря на то, что содержимое евангельских сцен, написанных Дуччо, было отлично известно многим прихожанам Сиенского кафедрального собора. Но одно дело – слова, другое дело – яркие, понятные, правдоподобные, полные множества конкретных деталей картины. Будто впервые открылись для сиенцев евангельские сюжеты, осмысленные и изложенные лаконичным, емким и поэтичным языком Дуччо, Бибуани Сене, художника, которого с полным правом можно назвать первым цветком нового сада, цветком, из семени которого выросло все сиенское искусство, и живописцев, точности сдержавшего данное им слово, написать алтарь лучше из всех, когда-либо им созданных. Необыкновенно выразительные образы маэстро. Каждый из них поражает искренностью лиц, жестов, взглядов, выражением лиц. Таковы сцены Христос среди учеников, омовение ног. Тонко и в то же время эмоционально переданы в них многие чувства, религиозный экстаз, высокий накал человеческих чувств, удивление, страх, смирение, сострадание. В этих сценах нет ни одной второстепенной фигуры. Нет никого, чье состояние Дуччо не чувствовал бы столь же чутко, как и свое собственное.
Каждый апостол в омовении ног разительно отличается от другого. Кто-то ошеломлен поступком Сына Божьего, кто-то испуган, кто-то растерян, кто-то готов безо всяких рассуждений покориться Его воле. Не подлежит никакому сомнению, что художник остро переживает состояние каждого из 12 апостолов и в то же время чувство Божьего Сына, кротко омывающего ноги своих учеников. Столь глубокое проникновение в чувственную сферу героев маэста раскрывает зрителю еще один дар Дуччо ди Буонасенне – дар непревзойденного мастера драматического действия, тонкого талантливого режиссера, без устали помогавшего своим живописным актерам сыграть роль, не переиграв, не сделав неверного жеста, не сфальшивив. Такова сцена «Поцелуй Иуды», в которой каждый актер и главный, и эпизодический отлично знает и играет свою роль. Ничего не забыто. Беспокоен и суетлив Иуда, бдительна стража, испуганы старейшины фарисеев, взбешен апостол Петр, перепуганы убегающие ученики. Неподвижна лишь фигура главного героя Христа. Неподвижна, но не лишена действия. Ведь весь облик Божьего Сына проникнут таким смирением, которое не требует никакого движения и жестов. И, может быть, именно этот второстепенный эпизод позволил исследователям и искусствоведам назвать Дуччо сиенским Софоклом. Ощущение драматического действия маэстро вообще необычайно реально. Именно оно создает пространство, глубину, отмеряет расстояние между фигурами образа, так четко размещенными Дуччо. В своем творении, казалось бы, живописец предусмотрел все, даже место для зрителей. Точки, с которых пассивный, не очень любопытный зритель непременно превращался в участника событий тысячелетней давности. И это участие навеки преображало душу, уничтожая в ней монотонность и непонятность усыпляющих латинских слов воскресных служб. Смягчив наложенный Тулузским собором категорический запрет о самостоятельном чтении Библии мирянами, расцветив скучные рассказы священников, именно алтарный образ, выполненный Дуччо ди Буонасенне, осветил души сиенцев яркой, живой причастностью к рождению, жизни, делам и смерти Богородицы Христа. Драматическое начало маэстро настолько сильно, что зрители картины невольно превращаются и в ее слушателей. Действительно, разве тишина окружает это необычайно эмоционально яркое творение живописца? Нет. Отчетливо слышны шелест молитв, произносимых множеством голосов,
радостные и горестные восклицания, ангельское пение, стоны, рыдания, ропот и безмолвие толпы, тяжелая поступь усталых ног, последние вздохи Богоматери и Христа. И всем этим звукам виртуозно аккомпанируют роскошные краски образа, блестящие, похожие на эмаль, сияющие на золотом фоне картины и составляющие в своих оттенках и сочетаниях великолепную симфонию, симфонию восхваления и величания самой прекрасной сиенской дамы Мадонны. Оборотную сторону маэстро составили 26 сцен из страстей Христовых, среди которых по размерам и значению выделяется распятие, четко разделенное по горизонтали на две части. В верхней части изображены распятые Христос и разбойник, в нижней – Богоматерь, апостол Иоанн и Мария Магдалина. А еще внизу живописец расположил неистовствующую толпу возмущенных иудеев. Возможно, именно работа над изображением людей со столь непривычной мимикой была для Дучо по-настоящему новой и необычной. Ведь до сих пор ему приходилось запечатлевать лишь кротость, умиление, светлую печаль, смирение на святых ликах. На распятие пришелся смысловой акцент живописного творения, на великие искупительные муки Божьего Сына, претерпеваемые им кротко и безропотно, подобно жертвенному агнцу, без эпической героики и страстной патетики, без мрачного пессимизма, а растроганно и умиленно, с помощью самых мягких певучих линий и волшебных цветов красок. Несомненно, подобный результат стал возможен лишь благодаря удивительной способности живописца пропускать через себя каждое евангельское событие, добиваясь тем самым максимальной точности эмоционального строя картины, жестов, мимики, героев. Итак, сюжет за сюжетом следует подробный рассказ о Божьем Сыне, крещении, преображении, воскрешении Лазаря, въезде в Иерусалим, поцелуе Иуды, допроса Христа Анной, Каиафой, Понтием Пилатом. Причем субъективные чувства ни в коей мере не мешают художнику быть предельно точным в деталях и событиях евангельских сюжетов. К примеру, в одной из второстепенных сцен «Маэстро. Въезд в Иерусалим» Дучо тщательнейшим образом воспроизводит текст Священного Писания. «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге. Народ же, предшествовавший
и сопровождавший восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И живописец, строго соблюдая вроде бы незначительную деталь текста Евангелия от Матфея, изображает на своей картине именно двух животных – ослицу и молодого осла. Таким же благоговейно точным был Дучо, работая над Христом перед Пилатом, и со словами из Евангелия от Луки. Художник отлично понимал, что допросов Христа Понтием Пилатом было два, а между ними встреча Иисуса с Иродом. И тут, увидев Христа, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Но не получив желаемого, Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Поэтому в Христе перед Пилатом Иисус изображен художником в белом одеянии, вместо алого хитона и синего плаща. Такая точность и аккуратность в обращении с текстом Священного Писания характеризует Дучо как тонкого знатока Евангелия и непревзойденного мастера живописи, мастера, без остатка отдающего своим творениям всего себя, чувства, душу, с нами. Картина «Христос перед Пилатом» поражала зрителей еще и своими контрастами. Причем контраст заключался изначально в самом евангельском сюжете, во встрече судимого и судящего, знающего и неверующего, расплачивающегося за чужие грехи и умывающего руки от своих собственных. Дучо очень чутко уловил такое противопоставление, построил на нем Христа перед Пилатом. В этом произведении контрастирует все – босые ноги Божьего Сына и обутые в изящные сандалии Понтия Пилата, язвительное насмешливое лицо судьи и кроткая печаль подсудимого, разговорчивость знатного римлянина и молчание нищего иудея, суетные движения обвинителей и спокойная неподвижность обвиняемого. Евангельская сцена изображена художником не на традиционном золотом фоне, ведь на небольшом пространстве картины нужно было разместить множество событий, персонажей, деталей. Поэтому для Христа перед Пилатом Дучо смешал вполне обычную желтую охру, натуральную тердесиену, белила, и широкой кистью нанес ее на доску, где предстояло изобразить равнодушного надменного римлянина Понтия Пилата, возмущенных обвинителей, грозную стражу. И лишь нимб Иисуса Христа сиял ровным золотым светом, контрастируя с бледным фоном, заставляя отступать стражу, будоража обвинителей.
Бережно и осторожно перелистывал сиенский мастер тексты Священного Писания, не пропуская и не пренебрегая даже теми евангельскими сюжетами, которые были не очень-то популярны у современников. Например, Христос и Самаритянка. Редко кто из тосканских живописцев XIV века обращался к этой евангельской истории. Лишь на восточных мозаиках, эпиксидах и слоновой кости, рельефах равенских саркофагов VI-VII веков, в старинных оформлениях итальянских псалтирий еще встречались изображения этого сюжета. Дуччо, как всегда, был необычайно аккуратен в передаче евангельского события, в точности следуя букве Писания. Перед зрителем предстает самарийский город Сихар. Участок земли, данный Яковом сыну Иосифу, и Яковлев колодец. Утомившийся Христос, присевший у колодца, женщина из Самарии, пришедшая набрать воду. И, кажется, отчетливо звучат слова самаритянки. «Знаю, что придет Мессия. Когда Он придет, то возвестит нам все». И ответ Иисуса Христа. «Это Я, который говорю с тобой». А еще совершенно отчетливо различим ропот учеников, недоумевающих, почему Спаситель говорит с женщиной чужого народа. Пусть лишены эмоций лица героев, зато как выразительны их жесты. Именно с помощью них зритель так верно угадывает, о чем ведется беседа Христа с самаритянкой. Немаловажным достоинством творения явилось и безупречное размещение фигур в живописном пространстве, что позволило мгновенно привлечь и удержать внимание зрителей на идейном центре картины, на фигуре Иисуса Христа, на его ярком красно-синем одеянии, на золотом сиянии нимба, которые, кажется, освещают лица остальных персонажей, самаритянки, учеников. Освещает подобно тому, как должен был осветить сердца итальянцев небольшой полузабытый евангельский сюжет из огромной маэстро, первого живописца современности, Дуччо ди Буонинсенья, навеки изгнав из них дерзость анархии и кощунство падения папского авторитета, поселив прежнюю истовую веру в святую католическую церковь. Насыщенный событиями и персонажами получился алтарный образ. Удивительно, но никого не упустил сиенский художник. Изображение Мадонны с младенцем, ангелов, полуфигуры апостолов. Но содержались в маэстро и совершенно особые изображения, фигуры пророков Малахии и Иеремии в полный рост. На первый взгляд может показаться, что они выполнены вполне традиционно, с соблюдением всех условностей иконографических канонов, если бы не заметные попытки Дуччо индивидуализировать изображение пророков. Конечно, это были всего лишь попытки, ведь жанр портрета появился только в эпоху Возрождения, когда захлопнулась дверь за мрачным средневековьем, а его мастера были преданы забвению. И все-таки за стандартами иконописных ликов пророков Малахии и Иеремии явно проступают живые человеческие черты, так же, как и в изображении Иисуса Христа, стоящего перед Понтием Пилатом, угадывается любимый ученик Дуччо ди Буонинсенья Симон Мартини. И пусть эти персонажи сиенского живописца лишены осязательной ценности,
Пусть не крепко стоят на ногах, бесшумно ступают, не попирая земли, не совершают энергичных движений и жестов. Пусть под складками их одежд не угадывается тело. Ведь подобные черты были свойственны и греческой манере, той, которой сиенский живописец так блестяще выучился еще юношей, выучился и навеки сохранил ей верность, так же, как и принадлежность к благородному гибеленскому движению. Конечно, Дучо перенял кое-какие новшества с тех пор, как покинул мастерскую своего учителя, например, пространственные решения, разработанные художником Пьетро Кавалини, применив их в изображении плиток пола и карнизов, в искушении Христа дьяволом. Но сиенец не пожелал понять и принять ничего из того, что делал его младший современник, флорентиец Джотто. Неважно, что именно у Джотто было то, чего не доставало персонажам Дучо, осязательная ценность, которая делала изображения его героев мужественными и весомыми, за то, как плавно скользят фигуры маэстро по поверхности образа, как уместны они на традиционном золотом фоне, будто бесценные, искусно отшлифованные самоцветы в затейливой золотой оправе. В начале лета 1311 года Дучо нанес на маэстро последний, незаметный и почти ненужный мазок темперы, а потом отошел, прищурившись, вгляделся в дело рук своих. Целых 3 года, день за днем рождался этот алтарный образ. Вначале центральная сцена лицевой стороны, затем оборотной, второстепенными эпизодами, пределами. Но поистине 56-летний мастер не жалел ни об одном из потраченных дней. И пусть даже это были последние годы, предшествующие скорой безрадостной старости. Зато, говорят, епископ уже распорядился очистить место для нового алтарного образа в Сиенском кафедральном соборе. Ведь именно маэстро предстояло сменить в нем творение Гвидо да Сиена, Мадонну дель Вотто. Дучо медленно оглянулся, глазами отыскал в толпе восхищенных зевак одного из своих учеников и молча кивнул ему на дверь. Подмастерье во весь дух помчался к дому епископа, чтобы сообщить тому радостную весть об окончании долгожданного алтарного образа. А старый сиенский живописец в последний раз посмотрел на свое творение, истово перекрестился и неслышно прошептал: «Пресвятая Дева Мария, будь источником мира сиени и даруй долгую жизнь Дучо, который так тебя написал». Июня 1311 года во всех сиенских храмах оглушительно и безостановочно трезвонили колокола. Нищие не успевали принимать щедрую милостыню. Дети бедняков вовсю набивали рты невиданными сладостями. А из мастерской Дучо, что находилась в квартале
стал Реджи. Осторожно и торжественно выносили алтарный образ для Сиенского кафедрального собора. В день, когда маэстро была перенесена в собор, все лавки были закрыты, и епископ распорядился, чтобы была большая процессия. Все население города сбежалось, чтобы увидеть маэстро. Один за другим приближались к картине с зажженными свечами в руках самые именитые граждане, а за ними шли женщины и дети с молитвенно сложенными руками, и они сопровождали названную картину собор, в то время как колокола звонили во славу этого благородного алтаря. Так об этом событии было написано в одной из сиенских хроник XIV века. Почти два века, до 1505 года, маэстро в неприкосновенности находилась в Сиенском кафедральном соборе, пока из-за ремонта храма не была перенесена в боковой предел. А в 1711 году сиенский епископ признал ее старомодной и не отвечающей новым вкусам прихожан. Поэтому спустя 400 лет пятиметровый алтарный образ маэстро был разобран и в беспорядке сложен на складе. Долго пылилось забытое, грубое и небрежное распиленное величание Мадонны. Раздельно в капеллах Сан-Дансано и Сакраменто находились неделимые прежде лицевые и оборотные стороны образа. Скорбен и печален был поврежденный лик Девы Марии. Лишь в XIX веке сиенцы спохватились и попытались воссоздать творение Дучу в его первоначальном виде. Но то и дело не хватало каких-то частей образа, второстепенных эпизодов, обрамления, безвозвратно утерянных, проданных за бесценок. Никто не знал, куда делись пять клейм маэстро. Навеки покинули Италию Благовещение, Исцеление слепого, Преображение, фрагменты пророка Исаия, Рождества, пророка Иезекииля, призвание апостола Петра и Андрея, клеймо Искушение Христа, Христос и Самаритянка, Воскрешение Лазаря, став экспонатами Лондонской, Вашингтонской национальных галерей, Нью-Йоркского и Мадридского собраний Фрик и Тисен Барнемиса, Техасского музея Форт Уорт. В 1878 году маэстро Дучу ди Буонинсенья была перенесена в Сиенский музей кафедрального собора. Там она и находится до сего дня. Пусть не полной, но бережно собранной и тщательно отреставрированной в Римском центральном реставрационном институте.
После маэстро в 1315 году Дуччо исполнил частный заказ кардинала Николо да Прато, написав триптих «Мадонна с младенцем», светлозаветными пророками и патриархами Даниилом, Моисеем, Исаией, Давидом, Авраамом, Яковом и Иеремией в верхней части центральной панели, с изображением святого Доминика на левой панели и святой Ауреи Остийской на правой. Именно так триптих и был задуман заказчиком кардиналом Остийским, принадлежащим к самому могущественному католическому ордену доминиканскому. А в центре триптиха был образ Девы Марии, неуловимо похожий на ранних Мадон Дуччо. Но мягче, изысканнее и выразительнее был лик Девы Марии, печально склонившейся над младенцем. Это было последнее творение Сиенского, первого живописца современности. Последнее упоминание в документах о получении вознаграждения за работу. Последняя попытка Дуччо «Любовь Инсения», волшебной, не омеркнувшей темперой, изобразить чудесный образ самой прекрасной сиенской дамы – Девы Марии. Образ, навеки покоривший пятилетнее сердце сына, уроженца захолустного, коротка Вуаньсиэнь. Августа 1319 года в городском архиве появилась запись о кончине живописца Дуччо ди Буоньинсени, сиенца 64 лет от роду, тяжело обремененного непомерными долгами, настолько значительными, что поверенный семьи Буоньинсени Раньеро ди Бернардо посоветовал вдове отказаться от оставленного наследства, сплошь состоящего из долговых обязательств. Именно на удовлетворение кредиторов пошли все средства от продажи дома в Кампо-Реджо, что неподалеку от церкви Сан-Антонио, в Фонте-Бранда, полей и виноградников в сельской местности, дома и мастерской в квартале Столо-Реджи. Непринятым прямыми наследниками Дуччо оказался и великий изобразительный дар отца. Из семерых детей лишь двое, Гальгану и Амброджу, пытались заниматься живописью, но, скорее всего, абсолютно бездарно, не получая каких-либо крупных заказов, которые бы педантично фиксировал Сиенский городской архив. По боковой линии племяннику Сени, ди Бонавентури и его сыновьям, Франческо и Николу, передался великий талант сиенского живописца Дуччо ди Буоньинсени. Сиена, город в центральной Тоскане, всегда бывает полна гостями, теми, кто желает поправить свое здоровье на термальных курортах, кто жаждет приобрести оригинальную керамическую посуду, кто собирается полакомиться изысканными сиенскими сладостями, кто любит часами бродить по извилистым пешеходным улочкам, любуясь средневековыми готическими зданиями.
Но все эти такие разные маршруты непременно пролегают через Музео дель Опера, дель Дуомо, на Пизо дель Дуомо, музей главного Сиенского собора. Здесь гости города прилежно восхищаются величественной архитектурой, слушают рассказы экскурсоводов о многовековом строительстве кафедрального собора, рассматривают многочисленные шедевры Сиенской живописной школы и надолго застывают перед алтарным образом Дучо ди Буон'инсенье, маэстро. Любуются сочными, яркими, немеркнущими красками творения, подобно средневековым сиенцам, сравнивая их цвета с россыпью отборнейших драгоценных камней. Бок о бок стоят перед образом флорентийцы и пизанцы, римляне и пистойцы, венецианцы и сиенцы. Далекие потомки враждебных друг другу гвельфов и гибеллинов, объединенные искренним и страстным величанием Мадонны, написанным лучшим сиенским живописцем Дучо ди Буон'инсенье.